Всем привет! Я рада объявить о старте нового каталога. Это каталог номер 7. Действует он с 13 мая по 1 июня. И вот я получила первый свой заказ. Это сборный заказ и мой, и моих клиентов. И сейчас я поделюсь с вами, на что стоит обратить внимание или какие интересные предложения этого каталога. Конечно же, это подписка моя, детские витамины, серия Wellness. У меня двое детей, и их здоровье для меня очень много значит, поэтому витамины они принимают регулярно. Витамины можно оформить подписку. Что это значит? Это в течение 3 каталогов вы получаете по полной стоимости, в 4 каталоге получаете всего за 1 гривну. Очень удобно и выгодно. Дальше. В прошлом каталоге у нас обновилась серия дезодорантов Activel. Наши вот такие вот дезодоранты замечательные. Они отличаются цветом крышечки и своими функциями. Например, вот такой вот с фиолетовой крышечкой, защита на 72 часа. Зеленая крышечка – это свежесть. Розовый – Fire Nest. Сейчас скажу, защита на 48 часов. Серебристая крышечка – это защита от белых следов. Он мне больше всех нравится. И могу вам сказать, что вот этот вот с серой крышечкой, с зеленой – они универсальные, то есть их можно использовать и мужчинам, и женщинам. В чем их особенность этих дезодорантов? Они содержат особую молекулу, которая при трении о кожу расщепляется и придает свежести, и устраняет неприятный аромат. Так что очень рекомендую обратить внимание на наши дезодоранты. Конечно же, туши. Вот это вот одна из полюбившихся новинок, тушь No Compromise. Есть черная, есть красная. Красная идет с более тонкой кисточкой такой. Это влагостойкая термосмываемая тушь. И как пишут создатели каталога, что эта тушь идеально подходит для восточных глаз. Вот, так что, если у вас восточные глаза, обратите на нее внимание. В чем преимущество этой туши? Что она не требует специальных средств для ее снятия, она просто смывается теплой водой. Очень рекомендую обратить на нее внимание. Сейчас она в каталоге стоит всего лишь 99 гривен. Также одна из новинок, тоже моя любимая серия, это матовые помады, вот такие вот жидкие. Это матовая помада Мусс. Сейчас я вам покажу их в каталоге. Их несколько оттенков. И это вот. Смотрите. Здесь 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 оттенков шоколадной, можно сказать, шоколадно-кофейной палитры. Здесь такие в основном бежево-коричневые цвета. Это у меня заказали оттенок 24, ореховая пралине. Я не буду ее раскрывать, потому что это клиенту заказ. Вот такая вот. Она с очень удобным аппликатором. Для тех, кто не любит помады наносить вот так вот просто. Здесь очень удобно, можно сказать, аппликатор. Да. Очень удобно наносится. И она дает матовый финиш. Без перламутрового блеска, кто любит. Дальше я для своей сестры заказала вот такой вот подарок. У меня сестра часто ездит за границу, летает в самолете, и смена часовых поясов, можно так сказать, и иногда приходится днем спать. В общем, она очень любит вот такие вот масочки. И вы тоже, если любите путешествовать, обратите внимание, смотрите, какая она симпатичная. Сейчас я вам распечатаю и покажу. Она такая, из такого материала под атлас. Вот такие вот звездочки красивые. Резинка. Что я могу вам сказать? Сделано очень аккуратно. Не буду, конечно, сейчас на себя мерить. Но классная, такая милая вообще. Супер. Я надеюсь, сестре понравится мой подарок. Это сюрприз, она еще не знает об этом. Дальше. Заявлено в каталоге было
новая серия, но по независящим от компании обстоятельств. Гели для душа у нас не будут представлены из этой серии Vitacare, но есть мыло. Мыло вот такое вот с апельсином. Далее сочный лайм зелененькая и желтенькая нежная макадамия. Странички все ароматизированные, вы можете протестировать аромат. Мне заказали вот такое вот зелененькое мыло. Не пахнет, честно. Ну, это заказ, поэтому не буду распечатывать. Но обычно у нас все такие серии очень хорошо пахнут, очень приятно. И компания представила замену. Гели для душа. Наша любимая серия Discover. Бомбецкая цена 37,90. Девчонки, мальчишки, делайте быстро заказ, иначе не останется. Поскольку самые популярные. Это Камчатка. Здесь аромат ягод, такой освежающий, прохладный. Он, кстати, подойдет очень хорошо, я думаю, мужчинам. Особенно сейчас, уже даже сейчас жарко, в летнюю жаркую погоду, когда хочется освежиться. Я думаю, будет очень приятно. Один из моих любимых ароматов, самых популярных, это Майами. Он идет с личи, такой цветочно-фруктовый. Очень нежный такой девчачий. И для любителей винограда вот такой вот красный виноград. Серия Discover. Это тосканский закат. Тоже очень такой, ну, здесь такой насыщенный фруктовый аромат. Очень приятный. Поэтому обращаю ваше внимание. Также по акции активности за 185 гривен заказала вот такой вот аромат Giordani Goldman. Это классика. Здесь 75 миллилитров, то есть это большой объем туалетной воды. Это парфум для солидного такого мужчины, зрелого, уверенного в себе, серьезного, успешного. Если ваш мужчина такой, сделайте ему этот подарок. Я думаю, он оценит. И наши каталоги. Уже следующий, 8-й каталог и распродажа. Что такого классного в этом каталоге, на что я вам рекомендую обратить внимание? Конечно же, это парный аромат Soul Fever Together, мужской и женский. Эти ароматы всегда содержат ноту перца. И в этом аромате перец пименто. Вот как этот перчик выглядит. Очень интересный аромат. Мне что понравилось, он восточный, цветочный, женский и мужской, восточный, пряный, фужерный. Но они не приторные. Я не очень люблю приторные ароматы, тяжелые. Это очень легкие, очень чувственные ароматы. И для пары это будет идеальный подарок. Если у вас, например, годовщина свадьбы или какой-то юбилей, может, дата вашего знакомства, сделайте себе такой приятный сюрприз. Это будет очень романтично. Так, про помады я сказала. Вот такие вот помады. Одни из моих любимых, тоже вот такие вот стики. Они по хорошей цене сейчас всего лишь 79 гривен. Обращаю ваше внимание. Стойкая помада и матовая. Очень популярная сейчас матовая помада. Особенно у меня очень популярна вот эта бежевый нюд. И я люблю красный. Вот из этой серии я люблю бесконечный красный. Серия Giordani Gold. Икона стиля. Вот такие вот помады. Это, как по мне, это даже не помада, это как бальзам для губ с цветом. То есть настолько она содержит ухаживающие компоненты. И насыщенные цвета. Здесь тоже не очень большая палитра. Здесь 8 цветов, но все классические цвета здесь есть. От розового до насыщенного вишневого. Очень красивый. Вот эта тушь, которую я вам говорила. Видите, вот это вот красная, вот такая вот кисточка тонкая. И есть пушистая более. Она в черной упаковке. Влагостойкая термосмываемая тушь. Также давно у нас не было скидки хорошей на вот такие вот жидкие тени матовые. Я их очень люблю. У меня
мягкий талп. Песочный. Не помню, какой у меня оттенок, кажется, он здесь не представлен. Очень удобный аппликатор, вот смотрите, очень удобно наносить. Они высыхают в течение нескольких секунд, и потом они не смазываются, не растекаются, не скатываются, не осыпаются. То есть для стойкого макияжа, для пляжной вечеринки, для какого-то события, для фотосессий, это то, что нужно для макияжа глаз, вообще бомба. Также лето жарко, меня все клиентки сейчас спрашивают, Ира, тональная основа, чтобы она не текла. Вот это тональная основа, матирующая. Здесь широкая палитра, 5 оттенков, то есть я думаю, вы идеально сможете подобрать оттенок именно для себя. Поэтому вот такая вот серия The One, всего лишь 159 гривен, замечательно. В принципе, это все, что я хотела вам рассказать. Спасибо вам большое за внимание. Если было интересно, вам понравилось, ставьте палец вверх. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Если хотите оформить дисконт, пожалуйста, пишите мне в личку, я вам каждому помогу. Всем хорошего дня и хороших заказов. Пока!